прошло более 2 лет примерно после того, как я пришел к Богу, или около 2 лет, когда 27 июля 1998 года я после работы приехал домой, и вдруг мне стало плохо, я потерял сознание, и дальше я не знаю, что было со мной, но отчетливо я осознал, что вижу, когда мое тело, на котором копошатся врачи, находится как бы внизу меня. Двері відкрилися і ця каталка виїхала. Ви це бачили? Так. Да. Я це бачила. І я тоді впала, і я не пам'ятаю.